А, народ, у нас на улице великолепная погода просто. Я сходил в банк, сделал все дела и еще раз понял, что Леша, блин, ты просто лапоть вообще. И я что-то подумал, я что-то вспомнил про Эмилио и подумал, почему бы в такой прекрасный день не устроить ему прекрасный день на солнце с пивасиком. Понятно, что он говорит, мне там помочь продуктами. Понятно, что я не помогу ему продуктами, я не смогу ему что-то решить его, но я ему дам не продукты, я ему сейчас куплю офигенское и принесу офигенское времяпрепровождение, то есть на солнышке под вкусную еду, под пивасик, такой какой-то отдых. Вот сейчас мы попробуем это сделать. У меня в такую вот погоду все, я не могу сидеть дома. Мне кажется, что моя идея снимать много видео и их делать, она просто обречена на провал. Я не могу, вот я готов делать все, что угодно, как только на улице стало тепло. Все. Вот в тени еще более-менее. Выход на солнце, все. И становится сразу же тепло. Кстати, вот банда, я вам хочу показать. Здесь есть вот такие вот, а есть и большие. Нас устроит вот такая мелкая. Тем более, что ее, как и большую, можно брать и вот так вот катить. То есть вот, кстати, мой сок по 0,9. Короче говоря, я вот подумал, что ему для пива будет лучше вот такая вот колбаса с солями. Он мне вот целую, там ему целую штуковину вообще. Кучу просто наложили, сейчас я ему куплю хлеб. Ничего себе, тут бутылка огромная. Я думаю, что литра им на двоих хватит. Ну вот, целый литр Сан Мигель офигенская. Жалко, правда, что его нету не в стекле. Оно все тут в стекле, то есть как бы пластик здесь не особо. Это что же? Да, все стекло, вообще все стекло. Вот эта вот надпись, она как-то все-таки немного странно показывается. Ну, мне кажется, как у Эсос. Особенно для русскоязычного. Что-то вот такого плана. Вот, наверное, да. Вот это вот мне надо брать, да. Вот они. Наверное, ж вот эти, Рома. Вот это ж вот, да. Вот это вот все, да. Вот они, кости именно. Вот суставы, хрящи. Так, ну и какой же набор алкоголика без сыра, да? То есть вот такой кусок сыра, я думаю, отлично будет. Хлеб я ему беру. Самый простой, обычный, вкусный, который я сам вообще иногда ем и ел. Вот такое вот, я думаю, отлично ему. Зайдет как раз на колбасу, на ту, на всю. Так, и банку оливок. Я думаю, тоже ему пойдет. Я еще закинул баночку майонеза намазывать. Это же майонез хоть? А, нет, подождите, майонез где? Сальса Лигерия, майонез, вот. Вот майонез. А то я что-то закинул, вообще что-то непонятное. Это вообще будет в тему ему. Такие бутеры себе сделать. Короче, вот ему бутеры будут вообще офигенские. Так, и того отнимаем два сока. То есть что-то в районе 9,40, там вот такое, сколько там, 9,60. Мы это все сделаем в парке. Я там водой просто разбавлю и все. И это будет то, что надо. В парке, кстати, тоже очень вкусная вода. Все ее пьют. Ну, собаки точно. А если собака друг человека, то чем Алексей Юрьевич хуже? Я сам на таком жестком бюджете, ну, блин. Мне просто Эмилио, понимаете, ну... Он такой подошел ко мне и спросил, блин, я не могу, вот у меня сердце, оно, конечно, черствеет, но не настолько. Вот так вот точно сможет, а пиво потом мы докинем. О! Так, это сюда, пивасик, чтобы он тут только с майонезом мне не соприкасался. Вот сюда, например, его. Раз. Все, отлично. Так вот подзатянем. Рюкзак этот, кстати, очень классный на самом деле. И на него гарантия 10 лет. Поэтому я чекман с под него прямо закинул внутрь, в сам рюкзак.
Самое главное не забыть его достать, когда стирать. Да, мы с этим рюкзачком в горы походили. И я надеюсь, походим еще. Как он тут вообще себя чувствует? Ну, я этот вес не ощущаю, несмотря на то, что он такой простенький. Сок я ему не отдам, даже на меня не смотрите. У меня у самого запасы сока закончились. Все, он пусто здесь. Ну, почти пусто, вот, все тут, что тут осталось. Тем более, я его и разбавляю, так что сок это для меня. Все, сейчас уже температура сравнялась, что тут, сейчас на улице, на солнце будет даже теплее. Ну что, банда, едем радовать Эмилио. Да, здесь теплее, чем в квартире, сильно, прямо вообще. Все, вот я стою сейчас на солнце, и мне, если я вот буду стоять вот так вот, просто не двигаясь, мне станет жарко. Если ехать с прямой спиной, давит на простату. А если выгибать спину, давит на спину. Поэтому вообще еду как-то вот... Ну тут благо недалеко хоть. С седлом надо что-то думать, с подседелом надо что-то думать. Что я бы хотел сидеть чуть поближе. Вот так вот, а не вот так вот назад. Ай, слушайте, опять у Лёши включился режим вот этот вот. Снимаем подряд всякую фигню. Все, солнце, тепло. И все. Говорил, да, я на вельчике на этом, особенно когда седло поднято так. Я себя чувствую как настоящий кабальеро. Вот мне в этих перчатках уже тепло. Все. Жара, просто жара, вообще невероятная. Это мы возле полиции. Мы чуть-чуть за Сиранасами, вот мы за них. Вон мост Сиранасов. Вот Сиранасы, а мы за них чуть-чуть повернули. И сейчас тут где-то вниз. Ого, там что-то горит. Причем так мощненько. Здесь мы имеем перед ними приоритет. Приятно, а, когда смотрят именно, чтобы... Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, вот оно. Вот оно, куда нам надо, здесь. То я уже чуть не пролетел. Да, это вельчик совсем старый. И он single speed. Блин, ну он, конечно, да. Это чисто такой коммутер. Вот здесь тоже народ живет. О, прям под вот этим вот местом. Вообще. Сидеть, 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 сидеть. То есть народ, смотрите, народ тусит. О! О! Но паса надо. Мне нечего дать, я уже везу. Короче, ребята живут даже здесь. Но мы сейчас едем к Эмилио. А, здесь тоже был съезд. Ну, Леша, он сразу, он где видит, там и съезжает. Так, ну что, где там наш испанец? Вон он сидит, откисает. Сейчас мы его обрадуем. А он уже сидит, подбухивает что-то. То есть у него тут все нормально. Короче, вот тут вот он и сидит. Только он что-то залез в тенек. Ола! Так, держи. Оле, оле. И... А, пута мадре. Оле, оле. Си. Косина тодо. Тодо косина. Салями, 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 салями. Оливки, оливки, сыр, майонез, кетчуп, хлеб. Все, у меня теперь пусто здесь. Я теперь могу хоть... Си, си, салам, колбаса. Колбаса? Колбаса, колбаса, салями. Фух, ну и жара. Кек калор. Кек калор. Кек калор. Muy bueno. España es encantadora. No, yo no fumo. ¿Cómo te gusta España, eh?
Me gusta España mucho, mucho España. Encantadora, preciosa, maravillosa. Andalucía, ¿no conoce Andalucía? No. Andalucía yo conozco, pero no fui ahí. No fui en Andalucía. Sí, yo lo sé, pero no fui ahí también. No fui también. Не también. No fui ahí. Ay, блядь. Puta madre. Fuiste, conociste un día, dos días, ¿cuánto? Fuiste, conociste. One day, two day. No fui en Andalucía. No fui. Yo soy de Granada. Granada. Sí. Hay de monte, de qué, de gypsy, flamenco. Sí. Фу, не жарко. О. Я вообще постоял на солнце. Вот там вот буквально с Эмилио там 5 минут я вспотел. Все. То есть жара невероятная, вообще невероятная. Мы специально пошли в тенек. Русо, ютубе русо. Hasta pronto. Фух, tiempo voy a 10 días es encanta, es bien. 10 días, 10. No, antes. Antes, a después. Después 10 días. 10. Diez, voy a bien, tiempo. Voy a bien, what, tiempo. Sí. Sí. Ой, слушайте, народ, мне надо будет в течение следующих 10 дней, надо учить вот это вот все. Здесь под низом станция метро. Вот прямо здесь. А вот это ее свет естественный. Вот она здесь проходит. А вот и водичка драминя. Ее бы, конечно, на солнышке, но ничего, оно сейчас и так мне нагреется. Вообще, вот это вот чудо. То, что можно взять вот так вот, набрать воды. Я вот в такой огромной, просто огромная сетка, типа как в Бухаресте. Огромная, с этими вот с матами на ней, вообще в песке все. Только мне не нравится, что собаки здесь бегают. Странно, это как-то вроде бы это не для собак. Здесь все мягкое тоже. И солнце, и жара. Вон, кстати, Эмилию, я от него отъехал тут, набрал воды и все. И сел вот тут вот, сейчас посижу, ножки погрею. Погода вообще все. Просто... Можно сейчас снимать все и оставаться в одних, ну вот я, собственно говоря, чтобы ножки погреть, я именно вот, все, и мне тепло, мне становится тепло, вообще комфортно, просто офигенски. Насколько приятно кататься с пустым рюкзаком, а? Вода здесь, все. Да, надо пробовать катать с рюкзаком, надо пробовать катать без, надо пробовать катать в стиле байкпакинг, может быть какая-то сумочка в велик, то есть пускай будет велик чуть-чуть тяжелее, но я зато на нем буду сидеть вообще на изях. В этом городе есть, в этом парке можно увидеть городских пчел. Которые в городе постоянно находятся и тусят здесь. У нас, смотря, они в Алуште, повсюду их можно прям возле дома увидеть. Я не могу понять, в связи с чем такой вот ажиотаж. Вообще народ просто откисает на солнышке. Под музычку. Ну, во-первых, вот они, пчелы. Вон они, возле воды. Вот тут вот тоже, они живут вот там вот, возле воды, прямо в трещинах.
Вон некоторые пчелки даже приплыли. Ну что, спасать, да? Как обычно, блин. Все, вот теперь может. О, сейчас она обсохнет на солнышке. Я тебя, голубушка, оставлю здесь, если ты не против, да? Да, их тут куча. Короче, вот они ходят здесь прямо вот. Ходят, бродят. Вон у них гнездо там. Да, в этом парке можно найти действительно городских. Так вот, в этом парке действительно можно найти городских пчел. Но подошел я вам сюда, чтобы показать не парк, а вот этот вот фонтанчик. Чисто в испанском стиле. Вот вы посмотрите. Просто чтобы под него спать. Просто чтобы под него спать. Вот сидеть и чувствовать, что где-то рядом есть вода. Ну это же великолепно. Мне кажется, я даже больше не картинку хочу снять, а свои ощущения. А ощущения снять нельзя. То есть мешать визуальное и ощущение, как-то пытаться это передать, еще учитывая то, что я эти ощущения и поглощаю, и тут же транслировать их. Я думаю, откуда они поют? Вот они откуда его поют. А вон они, малыши. На солнышке сидят и греются. Ну, конечно, это не так, как у нас в Крыму, что в Симферополе, что попугайчики живут открытым способом. Но тоже очень круто.